И об эпидемиологической ситуации в регионе. За прошлые сутки коронавирусной инфекцией заразились 25 североказахстанцев. По данным эпидемиологов, в области уменьшились случаи заболевания COVID-19. По сравнению с предыдущими двумя неделями, темпы заражения сегодня снизились на 20%. Ситуация в стране также стабилизируется. По матрице оценки эпидситуации все регионы Казахстана находятся в безопасной зеленой зоне.